Прививка от гриппа по пути в магазин. Если нет времени на посещение поликлиники, пройти вакцинацию можно в мобильном медицинском центре у Лотос Плазы. Сделать прививку там сможет любой житель Петрозаводска абсолютно бесплатно и независимо от места прописки. Шопинг и забота о здоровье. Совместить одно с другим предлагают посетителям Лотос Плазы. Прививку от гриппа можно сделать в мобильном медцентре на стоянке у торгового комплекса. Привиться может любой желающий. Он будет осмотрен специалистами первой городской поликлиники, и при отсутствии противопоказаний ему будет введена вакцина. Прививку сделают бесплатно. В этом году в Россию придет свиной грипп, бушевавший в стране в 2009 году. Тяжелая форма течения болезни характеризуется быстро прогрессирующей вирусной пневмонией, которая, в отличие от бактериальной, нечувствительна к антибиотикам и при отсутствии правильного лечения способна привести к летальному исходу в течение 24 часов после появления первых признаков. Поэтому медики настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию, особенно детям, беременным женщинам, пожилым и людям с хроническими заболеваниями. В вакцине вируса не содержится. Это инактивированная форма. Заболеть от вакцины абсолютно невозможно. Вакцина полностью не защищает вас от заболевания, но переносить заболевание, вирус гриппа, вы будете в более легкой форме. Основное грозное осложнение – это вирусная пневмония, которая развивается через 2-3 суток и, к сожалению, которая может привести к летальному исходу. В Карелии вакцинацию прошли 120 тысяч человек. По плану Минздрава, количество людей, сделавших прививки, должно быть вдвое больше. По данным Карельского Роспотребнадзора, за прошедшую неделю по республике зарегистрировано более 6 тысяч случаев заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости населения выше эпидемического порога почти на 19%. На карантин закрыты две дошкольные группы. Вирус гриппа пока не обнаружен.